Посевной комплекс Кузбасс-Т является агрегатом минимальной технологии сева. Он представляет собой систему культиватора со стрельчатой лапой и идущим следом дисковым сошняком. Он предназначен для работ как на полях, вспаханных обычным классическим способом, так и для сева по стерне, без предварительной обработки почвы. Конструктивно предусмотрен сев зерновых, зернобобовых, технических и кормовых, в том числе мелкосемянных культур, при одновременном внесении в почву удобрений. Посевной комплекс состоит из рамы сеялки, в данном случае шириной захвата 8,5 метров, и одноосного бункера, который цепляется непосредственно за прицепное устройство трактора. Бункер общим объемом 8 кубических метров разделен на два отсека для семян и удобрений. Он оснащен электромеханическим механизмом передачи движений на высевающие аппараты. Загрузка семян и удобрений в отсеке бункера производится при помощи наклонного шнека с гидравлическим приводом. На бункере установлен дизельный двухцилиндровый двигатель, приводящий в действие пневмосистему. Вместо автономного двигателя возможна установка гидравлического привода в пневмосистемы. Семена воздушным потоком подаются на 6 распределительных узлов, один центральный и 5 периферийных, и далее через систему 7 проводов на каждый дисковый сошник. Дисковые сошники установлены с междурядием 190 мм, но возможна комплектация посевного комплекса с междурядием 150 мм. Для культивации почвы применяется культиватор с рабочими органами, расположенными в три ряда. Общее количество рабочих органов составляет 28 штук, а ширина междурядий при культивации 30 см. В качестве опции в данном случае посевной комплекс оснащен системой контроля засорения семепроводов и сошняков, которая также в реальном времени информирует механизатора о равномерности и интенсивности сева через бортовой компьютер в кабине трактора. Для работы посевного комплекса шириной захвата 8,5 метров необходим трактор мощностью от 280 лошадиных сил. В данном случае он работает с трактором Россельмаш 2375. Кстати, этот трактор уже из обновленного поколения тракторов 2000 серии. Обо всех изменениях, произошедших в тракторе, можно ознакомиться в видео, ссылку на которое вы найдете в описании. За возможность ознакомиться с работой агрегата хотелось бы поблагодарить руководителя хозяйства Камиля Музагитовича, агронома хозяйства Руслана Тагировича, ну и, конечно, механизатора Михаила. Получается, в том году трактор этот получили? Осенью? Не, в июле. А, в июле уже? А сколько моточасов уже набрали с этого момента? Тысячи, да, уже. Тысячи. А так вот из агрегатов что имеется? Два дискатора еще есть. Скольки метровых?
Один 4, один 8. Ну, немецкие. Хорши. А, Хорш Чигр, наверное, да? 4-метровый? Да, Тигр 4-метровый. И Джокер 8-метровый. А пассивник этот сколько метров? 8,5. Ну он как бы комбинированный идет, у него и лапы, и как бы и культивация, и посев. Да, да. Вороны еще стояли. Вороны сняли. А почему забивается? Да, по стерне особенно. Возможно. Или чуть-чуть сыровато начинают забивать. Они, в принципе, особо не нужны как-то. Но вы всегда по стерне сеете или и по этому, по паханому тоже? Вот это дискатором обработано, Джокером. Только им закрытые лаги делали. Ага. Но дискатором, получается, с осени обработали? Да. Мы почти все поля с осени обработали. Сразу уборка, следом мы обрабатываем. А так вот с пассивным комплексом сколько у вас за смену удается засеять с этим? Если на целый день около 100 гектаров. Я вчера до обеда вот с 6 я вышел, до 2 55 гектар сделал. И сменщик 48 что ли. А вы сутками получается сеете? Нет, по 8 часов. 8. А, 3 смены получается или как? Не, ночь не сеет. А, ночь не сеете? Ночью, во-первых, и не видно нифига. Тут столбов на всех полях практически столбы. Ага. Просто из-за каких-то там, грубо сказать, 50 гектар угробить посевной комплекс и стоять потом 3 дня. Тоже неинтересно. Понятно. А так вообще пассивной комплекс у вас какой сезон работает уже? Это третий сезон. И как вообще впечатление? Результат работы? Сходы? Это у агронома, знаете. Ну так нормально. Сходы нормальные. Тяжелый в настройке или нет? Нет. В обслуживании? Тоже нет. Все просто. Ну, за 3 сезона что-то беспокоило, что-то ломалось, меняли. Особо нет. А то есть он третий сезон вот до этого с другим трактором работал? Нет, он с нуля пришел посевной. Нет, я имею в виду, что вы, у вас в вашем хозяйстве, вот вы сейчас, у вас же трактор, грубо говоря, второй сезон только работает. Это да. Но этот да, с другим трактором, он с кировцем работал. Этот посевной. А еще такой же посевной есть, только 9,7. Он этот только с биллером работал. Тоже 3 сезона. Тоже кузбасты? Да. Тоже кузбасты. То есть он пошире? Да, на 1,20 метра шире. Он 9,7. Ну вот у вас, например, вы одинаковое количество времени работаете, у него прям сильно отличается эта засеянная площадь? Ну, как бы отличается площадь, но все же зависит от сырна, от каких-то мелких поломок, от этого по времени. От поля. Так, да, перегон, например, поле кончилось, пока перегонишь, пока это все равно время. Нет, ну я имею в виду, что вот этот трактор, тот же, такой же трактор его таскает, 2375. Да, такой. Я имею в виду по бодрости, так сказать, как он, с какой его тянет этот посевник. Ну, практически одинаково. То есть он не чувствует этой прибавки? Да, не чувствует. Почти не чувствует. Ну, вот сейчас едем, вот заглубил, он не чувствовал, он заглубился. То есть нагрузка вообще не меняется на двигателе? Нет, практически нет. А так на тракторе всегда говорите, на спарках только работаете, не снимаете внешние уже?
Это когда проколем тогда. Понятно. А ты, получается, на этом тракторе уже с нуля работаешь, там, с самого начала? Да. Так вообще как, трактор удобный или нет? Да удобный, нормальный. Привык уже. А на старом ты работал, вот, ну, на предыдущей версии, которая вот здесь панель еще? Да, тоже работал. Я его тоже новый получал. Я на нем сначала работал. Ну и как вот этот обновленный по сравнению со старым? Да кроме как, вот этого панели нету, она здесь больше никакой разницы. Ну а то, что компьютер добавили, удобнее или нет? Без этого. Разницы нету, короче. Что компьютер, что это. Все то же самое, те же самые ошибки, те же самые это. Так, никакой разницы. А предыдущий у вас который сезон уже работает трактор? Третий. Этот второй сезон, тот третий. С ним что, как вообще? Ну, с этим, я так понимаю, ни проблем, ничего пока этого не было? Да нет. А тот предыдущий? И с тем проблем не было. Ну, единственное, только подошел уже основной палец. Ну, где соединительный. Ага. Его только поменяли. Он уже по времени подходил, шататься начал, поменяли, а так нет, все нормально. А у того сколько наработка уже, не в курсе? Сейчас не скажу, около 3 уже. 3, может, больше даже. У меня братишка на нем работал еще. А у вас вот с навеской трактор, а плуги у вас есть? Нет еще. Это планируют, но не знаю. Ну, разговор был, а так. Не знаю точно. А если вы со Ну, плуг тоже надо. Хорошо. Ну, у вас вообще пашут в хозяйстве? Да. А, ну пашут другие трактора уже, получается. Вы знаете, как одеться по погоде, потому что прогноз у нас тут каждые полчаса. Прошу мнения, соответственно, это не помешало сегодня надеть летний пуховик. А в-третьих, если вы со спутником, то вы А, кстати, вот с этим посевником сколько за сезон вот, засеваете примерно? Вот, например, весной, осенью, по гектару? Осенью 1000 засеяли этим. Около 1000, короче. Mm-hmm. То есть, у него общая наработка сейчас 2400. Суммарно? Да, все вместе. Официальный дилер КамАЗ. Показывает, когда забивается, например, где-то что-то? Да. Все показывает. Каждый сошник? Да. Старше 18 лет, спустя 2 месяца. Так-то особо не забивается, зерно через сито же идет. Камушки все остается в сите. А сейчас что сеете? Ячмень. С удобрениями? Да. А так вот у вас получается он с автономным приводом, с дизелем? Да. Движок что, как капризный или нет? Нет, абсолютно нет. Сколько расходует? Много? Вообще граммы. У него пофюкнуло 80, наверное. На типа 80, на гектар на 120, на 130 вам должен хватать. На 100 хватает спокойно. В общем, на целый день работы. Да. Вы трактор заправляете и получается его сразу? Да, и сразу залил. А кстати, трактор по расходу как вот? Если 100 гектар вот вы... Ну, сейчас 6 литров, 5,8 на гектар идет. А так вот в смену суммарно сколько выходит, если вот 100 гектар сеять? Ну, 100 умножить на 5, грубо на 5 литров в среднем. 500 литров? Да, 500 литров. Да. Ну а так вот с этим освещением, с светодиодным, говоришь, лучше, да, стало? Конечно, намного. Чем с предыдущим? Да. Намного.